Здравствуйте. На библейский портал Экзекет поступил вопрос. Почему не у всех святых благоухают мощи? Но надо понять, что мощи, в принципе, эта тема не очень библейская, не очень евангельская и, в принципе, совсем не главная в нашем спасении. Однако благоухание мощей и вообще нетленность мощей как таковых – это нам такие маленькие чудеса, которые Господь дает, чтобы укрепить нашу веру, чтобы подбодрить, не дать нам приуныть, чтобы показать свою силу и показать бессилие сатаны и то, что смерть побеждена. А, собственно, Господь во время своего земного служения людям, Он же не занимался исправлением системы здравоохранения. Нет, Он исцелял людей, всех, кто к нему приходили. Некоторых с разговорами, некоторые с расспросами, некоторые, вот мы не знаем деталей, просто взял, прикоснулся, всех исцелил. Для того, чтобы просто люди вдохновились, вдохновились заботиться о своей душе, поняли, что Царствие Небесное возможно, раз возможно, такие многочисленные чудеса. Поэтому и мощи, и их благоухание, их нетленность, это тоже некоторый маленький способ поддержки нас недостойных. В том числе надо понимать, не обязательно нетленность мощей является свидетельством благочестивой жизни человека. Например, если мы посмотрим на святую гору Афон, на монашескую республику, много столетий, хранящую чистоту православия, пусть и не ученую такую, а именно просто молитвенную, аскетическую, то мы увидим, что там совсем другая традиция что как раз смотрят, берут, погребают, потом раскапывают через три года, смотрят косточки и видят, если тело не разложилось, правда оно при этом обычно не благоухает, а увы смрад стоит, то это знак того, что брат как-то очень грешил, монах уже умерший, и надо за него очень-очень молиться, и снова погребать тело, и снова и снова молиться. И так продолжается несколько раз. И наоборот, если все тело истлело, остались лишь косточки, то их достают и кладут в косницу. Черепа отдельно, кости отдельно, как напоминание всем другим монахам, еще живым, от суетности всего временного жития, что все равно вот только косточки останутся. А, то есть мы видим, что среди афонских подвижников веры и благочестия, среди множества святых, как явленных, так и неявленных, о которых мы по их великому смирению никогда не узнаем, хотя они Господа уже на небесах прославляют, что их тела совсем не обязательно стали вот мощами в привычном нам понимании, как мощи некоторых подвижников. Но лукавы тогда предлагают, ну ой нет, ну вот у каких-то совсем сильных подвижников у них прям такие-такие нетленные мощи, такие чудеса. Ну, во-первых, надо понимать, что и чудеса тоже не зависят от нетленности мощей или от их благоухания. Да, бывают мощные длины, и при них чудеса происходят. Да, бывает благоухание иногда от мощей, и тоже иногда это нас подбатривает. Однако вот такой явственный пример есть еще в Ветхом Завете, еще до пришествия Христа, пример пророческий пророческий, который, конечно, предвосхищает победу Господа над смертью, то, что мы поем в Тропаре Пасхи, смертью и смерть поправ, да, победил смертью и смерть Христос. Это вот пример пророка Елисея. Как мы помним, пророк Елисея – это прообраз Христа. Если пророк Илья – это прообраз кого? Иоанна притечь. Недаром, что даже в песнопениях церковных это поется, что порок Илья подвязался в тех местах в пустыне, куда бежал Елисавета с мальчиком Иоанном маленьким и там его растило, что в том месте, где Илья порок переходил... Иордан ударив своей милостью, да, вот своей одеждой по воде, что именно там крестил Иоанн Предтеча и туда пришел креститься Христос. И что пророк илиси как мы помним, попросил возносящегося на небо в огненной колеснице пророка Или, что ты дай мне, пожалуйста, вот такую силу, как у тебя, только в два раза больше. А ну, пророк Илья говорит, ну, если увидишь, как вот я буду вознесен, то тогда достанется тебе такая сила. И действительно, вознесен был пророк Илья, пороку Елисею он дает вот эту свою милость одежды, и пророк Елисей возвращается и точно так же переходит Иордан, вот ударив этой одежды по водам. То есть мы видим, пророк Елисей тоже вот по сравнению с пророком Ильей в два раза больше, так и неизмеримо больше Христос, чем Иоанн Притечь. Это все к чему? что пророк Елисей – это, можно сказать, один из величайших святых всего нашего христианского мира. И что про его мощь говорится? Четвертая книга царства. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в кроп Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Что это за полчища? Это нападают войска маавитян народов, соседствующих с Ветхозаветным Израилем, и, можно сказать, конечно, погребение павших – это в любой религиозной традиции очень важное, спокойное дело, но когда враги нападают, просто армии захватчиков, то тут уже не до погребения, и просто люди взяли и ну, какую-то гробницу увидели, туда решили, вот, ну все, человек умер, надо нам спасаться, пока мы сами не погибли, бросили, а там как раз покоились что нетленные мощи, благоухающие мощи, нет, обычные косточки порока Елисея. Не благоухающие, не нетленные, просто кости, какого самого обычного человека. Но какая в них была благодать, что человек только прикасается, его тело, как душа возвращается, он воскресает. Это просто ну вот, несравнимое чудо. Часто такие чудеса у нас вот происходят сейчас у мощей тех или иных святых угодников, которые тоже множество чудес нам посылают, но тем не менее никто от прикосновения к ним все-таки не воскресает. То есть это нам Господь, Господь все в Библии предусмотрел. И точно так же предвосхитил и наши некоторые сомнения, если мы будем тщательно читать Священное Писание, то мы, безусловно, увидим. Увидим, что совсем важны не внешний антураж, не благоухание, потому что все это наносное, наживное, это все лишь то, что действует на наши чувства, которые точно так же вместе с нашим телом умрут и рассыпятся в прах. А сила Духа Святого, она может и в абсолютно неблагоухающих косточках оставаться. И самое главное, чтобы она оставалась в душе живущего христианина.